Ця жінка відчайдушна та смілива і взагалі у своєму житті може зробити щось неочікуване. Тож зустрічаємо Олена Траханкова, лікарка ультразвукової діагностики в акушерстві та гінекології, учасниця 25-го ювілейного запливу через Босфор. Дуже рада бачити вас в нашій студії, пані Олено. І насправді зробити такий вчинок і зробити такий вчинок просто так, це, мабуть, для вас було випробування. Так чи ні? Безусловно. Потому что наш жизненный принцип – беспокойным нет покоя. Как-то зимними альпийскими вечерами, катаясь на лыжах, мне попалась книжка Маши Траубер. И там рассказывалась интересная история о заплыве через Босфор. И мне захотелось попробовать, а почему бы и нет? Прочитав эту книжку, я решила, что я уже готова к этому заплыву. И вернувшись с горнолыжного курорта, я сделала заявление всему городу Днепропетровску, что я в этом году плыву через Босфор. А вот вы плаваете в Милы? Идея... Плавать в Милы? Знаете, я выросла на море, и плавать я умела. Но для Босфора пляжный вид плавания, тот, которым мы плаваем с вами на пляже, немножко не подходит. Вот так родилась идея переплыть через Босфор. Оце ви настільки відчайдушна людина, що ви можете отак сказати і... К сожалению, я сказала, и у меня уже не было пути назад. И мне пришлось идти и реализовывать эту мечту. Це супер. Ну, треба так і робити в своєму житті. Придумали мечту і йдемо реалізовувати її. Що це таке за пролив? Ну, я маю на увазі взагалі, наскільки це складно. 6,5 кілометрів. Це відстань непроста. І треба готуватися для того, щоб перепливти. І з одного континенту ми перепливаємо на інший континент. Багато дуже людей, багато учасників. І треба ж не пасти задніх, треба перепливти і вкластися у ті 2 години, які даються. Вы знаете, я считаю, что переплыть Босфор – это одно из самых замечательных соревнований, которые популяризируют массовые виды спорта. И это делается под эгидой Турецкого олимпийского комитета. Он проходит ежегодно с 1989 года. По сей день идет этот заплыв. И каждый год он собирает все больше и больше количества участников. Вот я плыла в 2014 году. Тогда принимало участников было 1500 человек. И были представлены 50 стран. А уже в прошлом году было 2500 участников и было представлено 56 стран. Это замечательный праздник. Все знают, что Босфор – это пролив, который соединяет Черное Мраморное море. Он делит наш земной шар на Азию и Европу. И вот у вас есть шанс попробовать свои силы и переплыть из Азии в Европу и получить статус не просто пловца, а міжконтинентального плавця. От заради цього треба брати себе в руки, як то кажуть, і йти вперед, і підкорювати різні шляхи, які даються в вашому житті. Чи це можуть бути гори, чи це море, чи це можуть бути бігові дистанції. Але ви робите виклик самі собі. Безусловно, конечно, это в первую очередь вызов себе, потому что подходит определенный возрастной ценз, и кажется, что вот уже как бы и все, и как бы уже и поздно, вот, а оказывается, что не поздно, все можно, и нужно просто вот объявить всем, а потом, чтобы не было стыдно, взять спортивную сумку, прийти в спортзал, подойти к тренеру в бассейне и сказать, кто меня хочет подготовить к соревнованиям, и всегда найдется какой-то смелый тренер, который скажет «я». И вот вы начинаете подготовку. Но для того, чтобы вам подготовиться, вы должны понимать, что вы должны плавать минимум 4 раза в день, 4 раза в неделю. За тренировку вы должны наплавывать минимум 2 километра. Угу. Вот. И вы, конечно, должны еще получить навыки плавания на открытой воде, потому что плавание в бассейне и плавание на открытой воде – это немножко разный вид плавания. Там своя техника существует определенная. Важко было взагалі себе подготовить? Ну, я так понимаю, что уже шляху назад не было, треба было лише идти вперед. Чи був якийсь такий період, коли ви зрозуміли, що ну, воно мені треба, це 6,5 кілометрів, це ж треба кожного дня себе готувати до цього і морально, і фізично, і треба спортивну форму набирати. У вас вона була, ви людина активна, дуже активна, але тут мається на увазі ж зовсім інше,
Це вже той шлях, який не було заплановано. Вы знаете, сама подготовка, она очень увлекательная, и это всегда здорово. А вот, наверное, такой испуг возник, когда ты уже прилетел в Стамбул, пришел, зарегистрировался на соревнования, и обычно за 2-3 дня до начала старта организаторы соревнований проводят ознакомительный тур по маршруту. То есть вас садят на корабль, и вас провозят по маршруту, показывая, какие ориентиры у вас должны быть, потому что вы должны знать, куда вы будете плыть, и рассказывают вам. И вот когда вас провезли до кораблики, и вы 6,5 километров, ну, как бы так, ты представляешь это сколько? А когда ты уже увидел маршрут реальный, по которому тебя провезли, ты понимаешь, что тебе завтра нужно плыть, вот здесь возникает мысль, а нужно ли мне это? Ну, я не знаю. Це просто треба бути таким відчайдухом, щоб взятись і пропливти той весь шлях. Так? Скільки часу пішло у вас на підготовку? Я готовилась з января по июль місяць. Но это при том, что у меня были неплохие изначально навыки плавания, хотя профессионально я плаванием не занималась. Вот, а технику я плавания, мне ставили ее, потому что, ну, если бытует такое мнение, говорят, вот Босфор плыть не тяжело, там течение, вас поднесет течением, там потом вы выйдете, это очень условности, вы знаете, большие. Потому что в середине Босфора проходит очень быстрое течение, а когда вы должны финишировать, идет обратное течение. Вот и вы финишируете 200 метров против течения. Но самое сложное нет, а самое сложное выйти из течения, которое тебя несет, потому что тебя может пронести, ты можешь проплыть далеко за финишем, помахать финишу и поплыть дальше. Але ж там может вас зловити? Да, да, да. К сожалению, таких вот участников тоже очень много, которые просто переплывают финиш, и их спасатели уже на лодках спасательных вынимают из воды и красиво привозят на финиш уже на лодке. Ну, ви ж так не хотіли. Ми хотіли допливти все як треба, так? З яким результатом вдалося вам підкорити? Ну, мені вдалося час 41. Дуже добрий результат, непоганий. Я вважаю, що да. Так, це там були кращі результати, ну, я маю на увазі, що це вже були, мабуть, спортсмени, у яких був досвід, 50 хвилин, так? Были такие вот результаты? Да, вы знаете, из года в год победителем на Босфоре являются представители Турции. Я так понимаю, что они плавают регулярно, поэтому там даже время и 49 минут, и 46 минут. Вообще само соревнование очень интересно, потому что генеральным спонсором и организатором этого соревнования является Олимпийский комитет Турции, а также фирма Samsung и фирма Arena. Это грандиозный праздник. Значит, работают 160 спасателей на линии, на 40 быстроходных лодках. Все спортсмены чипированы, то есть им выдается специальный чип. Работают два вертолета в воздухе, работают корабли сопровождения. Это замечательный праздник олимпийского уровня, который популяризирует спорт. И слоганом этого праздника является «Спорт для всех». И в Босфоре принимают участие разные возрастные группы. Самый молодой участник 14 лет, а теперь вы удивитесь, что самый взрослый участник, мы избегаем слова «старый», мы скажем «взрослый участник», ему 89 лет. Я так и думала, думаю, 90, мабуть. 89 лет. Це дуже добре. И Турецкий олимпийский комитет участников, победителей награждает по группам. Там выделено 12 групп. То есть награждается 14-24, 24-34 и так далее, каждые 10 лет. Але плывут все одним махом, чи як? Нет, это немножко не так сделано. На самом деле приключения на Босфоре начинаются на финише. Вы приходите на финиш, получаете стартовый пакет, в который входит чип на руку, купальник вам дадут, вам даже дадут плавки, вам дадут шапочку с номером, бейджик. Вот, вы сядете на корабль, и вас отвезут в азиатскую часть Босфора, на финиш, и оттуда вы будете стартовать. Но в участие в этом заплыве принимает огромное количество инвалидов, поэтому заплыв строится следующим образом. Сначала отправляется корабль, где люди с ограниченными возможностями. Их привозят, затем подплывают все остальные корабли, на которых возрастная группа делится 14-40 и 40 и старше.
скажем так, 40+. Вот, они стоят и ждут, и начинают стартовать инвалиды. Инвалиды стартанули, и где-то через 40 минут начинает стартовать группа молодых, 14-40. Они стартуют вторыми, затем 40 минут делается перерыв, і стартует более старшая возрастная группа. Ну, дуже розумно так зроблено, поділено на категорії. Це для усіх учасників комфортно, щоб вони там не заплутались, щоб вони змогли доплести, так? І вже за деякий час можна побачити інших людей, які вже теж підкорюють Босфор. Насправді, мабуть, і видовищно це все і побачити, і зробити зусилля над собою, і що найголовніше, це отримати статус людини, яка перепливла. Міжконтинентальний. Я знаю, пані Олено, що ви не просто так все це для себе придумуєте, що у вас кожного разу цілі є. Ось та мета, вона змінюється. І ви один раз одне щось підкорили, а наступного разу ви хочете більшого. Так от, що на сьогоднішній день? Чи є у вас ті мрії, які поки що не здійснилися, але дуже хочеться? Конечно, это, ну, без мечты жить невозможно, поэтому мы всегда себе придумываем мечту, реализовываем. Несколько лет назад после Босфора у нас был замечательный чемпионат Европы среди любителей плавания на открытой воде на Коста-Браво. Это тоже был замечательный праздник. Кстати, есть такая организация, называется Open Swimming Water. Это любители плавания на открытой воде. Это любительская организация, она проводит огромное количество соревнований для любителей плавания в разных странах. То есть, если у вас есть желание, возможность, вы можете зайти на сайт, посмотреть, выбрать соревнования, которые вам подходят, зарегистрироваться на эти соревнования. Затем я вот 3 года назад плыла интереснейший заплыв, который проходит в Марселе. И имеет он такое лирическое название «Побег из замка Ив». Вот, это тоже очень такое грандиозное соревнование среди любителей плавания на открытой воде. Здесь дистанция 5,5 километров, и она, как ни странно, более сложная. Вот, и вот я надеюсь, перешкоди что... є там якісь? Да, там, ну, есть определенные сложности, конечно. Сложности есть всегда, потому что вы плывете на открытой воде. Вы можете стартовать, у вас будет замечательная погода. Через 10-15 минут у вас может быть волна, и финишировать вы можете долго очень. И вы не всегда с воды можете четко понимать, где у вас ориентиры. Поэтому вы должны быть очень внимательны и следить, потому что вы можете проплыть мимо, возвращаться и вместо 5,5 километров плыть 8. Такое тоже может быть. Ну, насправді, дуже добре, що ви беретеся за усе, що вам вдається зробити успіхи, і кожен заплив, він завжди проходив успішно і вдало. І я так сподіваюся, що наступного разу ви, коли щось підкорите, прийдете до нас і розкажете обов'язково про це. Однозначно. А наостанок хотіла запитати вас, от людина, яка постійно живе у звичному ритмі для себе, яка ходить на роботу, приходить додому і не має стресових ситуацій, ну, окрім тих постійних, які є у нас кожного дня. От як ви вважаєте, їй треба щось таке зробити в житті, от те, що вона ніколи не робила? Я думаю, що, ви знаєте, в житті завжди є місце красивої історії. От Босфор – це красива історія в моїй житті. Поэтому я считаю, что нам нужно выходить из зоны комфорта, из зоны обыденности и доказывать в первую очередь себе, что вы еще можете, что вы хотите, что у вас все получится. Я думаю, что это однозначно правильно. Только вперед. Пані Олено, дуже дякую вам. Пишаюся, насправді, що вдалося нам з вами поспілкуватися. Знаю, скільки у вас роботи кожного дня, багато. Але ж добре, що ви знайшли час все це розповісти нашим глядачам. І хтось, можливо, послухавши вас, зробить над собою зусилля і теж переможе себе. Ну, тоді потрібно сказати, пливіть з нами, пливіть, як ми. Пливіть лучше краще нас. За нас. Ну що ж, пані Олено, дякую вам дуже, бажаю успіхів. Ну, а ми зустрінемось з вами вже за декілька хвилин.